16-я Всероссийская промышленная и художественная выставка была профинансирована императором Николаем II и проходила с 28 мая 9 июня по 1-13 октября 1896 года в Нижнем Новгороде, в районе Кунавина, где сейчас расположен парк имени 1 мая. К открытию выставки в Нижнем Новгороде был пущен первый в России электрический трамвай. Устроены фуникулеры, подъемники, доставлявшие пассажиров с нижней части города в верхнюю, Кремлевский и Похвалинский. Выстроены здания городского драматического театра, окружного суда, биржи Волжско-Камского банка, гостиниц, открыта пароходная скоростная линия, связывающая верхнюю часть города с его заречной частью. Был подписан указ императора о проведении Всероссийской выставки в 1896 году. Утверждены положения о выставке и состав особой комиссии под председательством Витте, в которую вошли представители различных министерств и ведомств. Разумеется, помимо сугубо экономических целей – способствовать достижению баланса между спросом и предложением, производством и потреблением – выставка преследовала и определенные политические цели. Именно поэтому среди посетителей выставки были и министры, и послы иностранных держав, и царская семья.